Привет любителям посылок из Китая. Вот получил очередную посылку из Китая. Посмотрим, что здесь у нас. А здесь у нас платьице пришло. Платьице для девочки. Вот такое платьице. Сейчас будем смотреть. Вот так оно запаковано. Вот у нас бирка. Ну, бирка нам ничего не скажет, потому что здесь ни размера, ничего нет. Так, а вот само платьице у нас. Это у нас зад, а это у нас вперед. Вот такое вот платьице. Исполнение неплохое, я вам скажу. Ну, кое-где есть недостатки, но это устраняемо. Вот такое вот платьице, нарядное платьице. Такое вот шикарное платьице. Очень недорого, кстати. Намного дешевле, чем аналогичные у нас продаются на рынке. Вот такое вот платьице. Ну да, судя по бирочке 22, ну, что оно назначает, кто его знает. Вот такое оно спереди. И вот такое оно сзади. Еще бантик сзади можно завязать. И будет неплохо. Такое вот нарядное, шикарное платьице с бантом. Все, до новых встреч, до новых посылок.